В общем, я довольна, конечно, очень посещением, потому что получила наглядный результат по зрению, во-первых, на 3 строчки. Прям моментально улучшилось. Вот, потом с коленками тоже проблема была. Сегодня еле дошла, хромала. Сейчас уже нормально. Потом выпрямилась. Было такое ощущение, что меня все перекосило на бок, на правый. А сейчас стало ровно. Вот это очень меня радует. Потом очень хорошее настроение поднялось у меня. Какой-то моральный такой подъем. Это тоже очень положительно. Особенно в наши тяжелые дни с коронавирусом. Вот. И очень, конечно, благодарные такой методике. Мне она очень нравится. Я дома уже практикуюсь, как бы разные там приемы применяла и раньше, вот до приема, а сегодня очень-очень довольна я, что посетила. Вот, в общем, я счастлива. И всем желаю, у кого будет возможность, пройти то же самое. Все, и диагностику эту резонансную, и главное, Виктора Васильевича посетить. Очень-очень советую. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и пишите свои комментарии под видео. Да, и чуть не забыл. Регистрируйтесь в партнерской программе Академии Целителей. До встречи!